Всем доброй вечерней пятницы, девчонки, мальчишки. Мы приехали в Ногинск отдыхать, развлекаться, ходить в баню. Может быть, даже на пляж сходим, в общем, не знаю. Поедим шашлыка, отдохнем. Приехали к моей подруге, вы помните, да? Ногинск. Не надо тут краску трогать. Видите, стена покрашена. Уже и краску уже успела. Где-то краску зацепить. Ой, и я упала вместе с краской. Ну, в общем, ой, завтра у Насти, у дочки день рождения, у подружки. Вот, и, значит, мы приехали на день рождения отдохнуть, развеяться, как сказать, гуляя душа, гуляя рванина. В общем, будет небольшой влог, покажем угодье какой у Катерины, там красота, наверное, неземная. Они там купили какую-то супер-пупер крутую теплицу, я думаю, я вам все покажу, и я знаю, многие женщины там садоводы, вот, заценят, скажут. Может, захотят такую же купить. Ну, в общем, все увидите, все узнаете. Вот, купила сегодня себе еще такой вот ободок. Сразу скажу, купила себе в H&M. Стоит 500 рублей. Вот такой ободочек. Если желаете, то, пожалуйста, в H&M. Все. Жду Катерину. Катерина должна подъехать на тачке. Не знаю, где-то с работы. Должна за нами подъехать, и мы поедем уже в деревню отдыхать. Девочки и мальчики, у нас ЧП. Да. Наша точила сломалась. Машина. И мы никуда не едем. Да. В деревню мам. Водитель в шоке. В общем, поедем. Как лохушки на автобусе. Как грустно, что хочется курить. Ладно, сейчас что-то думаем. В общем, аккумулятор у нас сдох. В общем, у кого-то будем прикуривать нашу машину. Нет, никаких стой. Все. Приехал дядя. Дядя, который нам поможет. Корреспондент. Нештатный. Так, Олежка, что у нас тут? У нас минус. Минус? Вообще? А мы уже хотели какого-нибудь тут этого. Автолюбителя, а он это самое, уехал. Автолюбителя. Вот приехал к нам автолюбитель. О, это называется, я в гости приехала, понимаешь? Генератор не заряжает, соответственно, поэтому все, сел. А вот эти вот? Эти тоже, наверное, надо. Кто бы звонил? Ты хорошо хоть дома был. На нейтралке? А? На нейтралке? А то так бы это самое. Так бы мы, знаешь, нанимали, наверное, автоэвакуатор. Пошла, родная! Тетя Катя, ты счастлива? Она очень счастлива. Ну, надо смотреть, что тут зарядки, короче, красиво. Либо генератор, либо там еще. Мне лучше больше нигде не останавливаться надо. Нет, я не останавливаюсь. Нельзя. Если у тебя зарядки нет, ты можешь ехать в каком-то хватит аккумулятора. Ты так ты со мной тогда едешь. Что, девчонки, делаете? Привет, Ксюша. Это моя вдовая мальчика. Старая подруга? Да, она вроде еще молодая. Да, Ксюх? Скажи мне, еще всего лишь ничего. Все, слава богу, мы едем. Мама. Так, ну что, мы находимся на фазенде Екатерины Мохнаткиной. Да. Давайте пройдем. Пройдемте, Екатерина. Вот что это за цветочек? Мы не знаем, что это за цветочек, но это не важно. Может быть, вы знаете. А ты, кстати, где его выкопал? Соседи, добрые соседи поделились. Да? Ой, слушай, какой шикарный папоротник, как на юге.
Да. Да? Вообще, да. А где это ты взяла? Павлиний хвост называется. Это ты знаешь? Это хвост. Не-не-не, слушай, хвост мне, кстати, очень нравится. Очень красиво. Не, правда, красивый, да, папоротник? Очень. Если поехали бы он дальше. Не лез, ага, посреди хосты. То хоста была бы еще лучше, да? Да. Угу. Ну, слушай, а смотри, как он интересно растет, да? Вот из центра получается у него, да? Вот эти. Да-да-да. Не, красота. Не описываю. Красивее. Ну, она же не цветет, хоста. Цветет. Вот она начинает цвести. Да? Видишь? А я думала, что это просто лопухи зеленые. Колокольчик. Есть разные разновидности, есть крапива вылезла. Ага. Это тоже хоста? Это тоже хоста. Тоже она так же красиво цветет. Слушай, как интересно. Как типа хмель, да? Хмель как будет. Шишечки, потом они вот так раскрываются, и оттуда колокольчики. Слушай, а это елка. Да, это вы просто... сами растили? Это ну... пихта с Кирова привезена. Да, из Кирова пихту привезли? Да. Прямо в Кирове, очень около, около областного. Друзья лимоновые. А. Это у нас груша, только ее пожрали. Кто? В этом году. Кто ее пожрал? Кто посмел? Жуки. Жуки. У нас всю ее погрызли. Тля, наверное, может какая-то. Вот. Кстати, красивые какие, маленькие. Они вырастают прям с мою ладонь. Ого, ничего себе. И какой это сорт-то? Дюшес, по-моему. Вот это позднее. А так пораньше. Это яблоня. Хорошо. Да. Поехали дальше. Так, кстати, а это что такое? Так, это лилейник. Угу. А чем он хорош? То, что цветет красиво. А, и все, да? Сейчас, угу. Его функция, да, проста? Да. Хоста, это хоста. Это я. Слушай, а вот это что такое? Сирень. А, это сирень так интересно. А, слушай, она... Ты ее обрубила, что ли? Нет, она так и растет. Да? Она еще маленькая. Этот цветок я не знаю, как. Называется. Так, может быть, кто знает. Она так и растет, или ты тоже его шаром сделал? Нет, он сам так растет. А, ты просто выбирала. На осень полностью обрезаю, а потом вот он вырастает. А, шариком таким. Шариком, да. Слушай, у тебя сколько хосты, ты, наверное, не паришься, да? Просто посадила и все. Посадила, это чебушник. Жасмин. В народе называется. А пахнет он жасмином. Ага. Можно цветы собирать. Сушить и потом зимой пить чай. О, ну все, я зимой опять приеду. Слушай, у тебя так много хосты. А это что такое? Это гортензия. Вот эти шапочки становятся такие вот большие. Получается красиво. Крутец. А вот это за забором земля продается. Кто хочет покупать? Кстати, до сих пор еще не продали? Нет. А это все продается, Катя, или это частями продается? Это все продается. И сколько стоит? 30 соток. Не знаю, очень дорого. Да? И никто не покупает, да? Примерно около 4 миллионов. Да ладно, просят 4 миллиона? Да. Там еще надо еще и это построить. И свет проводить. Ага, и газ проводить, и все на свете. Пошли в мои теплицы. Так. О, слушай. Как называется это, вот этот карбонат? Карбонат, ага, точно, точно. Поликарбонат. Есть. Дорогая она? Брали за 30. Ого, ничего себе. Вам денег не жалко, а? А что делать? Мне вот жалко было. А что делать? Я бы лучше вложила бы в квартиру. Помидоры. Помидоры, помидоры, покупаем помидоры. Которые я удобряю навозом. О, я думаю, что-то каким-то говном воняет. Вот видишь, сдох огурец. Да? Кошмар какой-то, да. Так, слушай, какие у тебя веревки-то просто, смотри. Что хотел сказать? Гламурные у тебя веревки, розовенькие такие, прям шелковистые. Да. А что у тебя сдох? Не знаю. Не знаешь? Это, может, корень подъел. Жалко. Угу. Это огурцы у тебя, да? Да, это огурцы. Это дыня у нас зашла. Ого, здорово. Ну, давай польем. Может быть, что это самое? Не знаю, что мне не хватило. Слушай, а может быть, ты переудобряла? Не? Да, я не думаю. Я не такой фанат, что я переудобрю. Ладно, поехали дальше. Теплица, конечно, хороша. Хорошее дело. Естественно. Вот тебе покажу розы. Где? Мак. А что это? А что, мак? Отцвел. Слушай, а можно? Был
красивый. Ой, нет, это садовый мак. Садовый. А я думаю, сейчас придут наркодельцы. Нет. Нет, это другое. Слушай, ромашки спрятались, поникли люди. Это просто мы все залили, а здесь у меня клумба временная такая осталась. О, боже. Мой ребенок орет. Да. Что? Привет, Дусильда! Ау, да, не отвлекайтесь. Не отвлекаемся. Это называется тархун. Ага, ну, который мы пьем. Тархун, который вы пьете, на. Угу. Ну-ка, давай попробуем. Возьми его прямо ну. Так вот разомни. Слушай, вот да-да-да, правда-правда, пахнет. Вот. Угу. Это ой, розы какие. Розы. Ой, слушай, красота какая. Красота. Такие нежные. Слушай, правда. Ну-ка, дай. Ой, правда, пахнут ведь, правда. Не искусственные, знаешь, не Китай. Нет. Все натурель. Ага, кабачки, кабачки. Помните, запеканка да. Из кабачков. Это чеснок, это угу. Лук. Угу. Здравствуйте, здравствуйте. Укропчик. Укропчик. Это тыква? Да. Нет, это все кабачки. Да? Да. Кстати, кабачки. Дорожки сделали, вообще шикарно стало. Да, кабачку. Я когда в марте приезжала, да? Да. Еще ничего не было, видите? О, Димочка же обещал навес. Скоро будет, что у нас тут? Камин. 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 Мангал. Мангал. О, ну все. Ну все. Ну это баня, кто уже видел в прошлый раз. Шикардосно все. Видите, там какие соседи живут, какие дома у всех. У всех дома хорошие. Чистенькие, опрятненькие. Хорошие. Наверное, в основном тут что? Москвичи скупают, наверное, да? Ну да. В основном. Или местные, или москвичи. Угу. Как это, как называют? Кого? Нагинчане? Мамонтовчане. Мамонтовчане? Мамонтовчане. А, кстати, завтра что у нас? Шашлык, машлык? Это кузнечик, он почему-то, знаешь, слушай, у него, видать, какой-то он инвалид. Вот смотри. Я его тронула, а он не скачет. Хотя, по идее, они должны скакать. Значит, что-то у него с ножками. Вот смотри, он, ну, не прыгает. Ну, Люська же на нем скакала, наверное. Да нет. Ой, блин. Страшный какой. Прыгай. Прыгай. А если он на меня прыгнет? Да нет. Но он какой-то, это, инвалид. Они так себя не ведут. Нет, они шустрые. Да, я же тебе говорю, они... Вон у него лапка, наверное. Ой, батюшки. Катя. Ну ладно, все, ну, давай. Давай, давай. Давай, в травку иди, там, жуй. Нет, у него, наверное, эти... Чего? Парализовало ноги. Давай ему группу выпишем. Какую? Первую, вторую? Первую. Первую. 5000 дают? За первую? Нет, больше дают. 5. За вторую 7000 дают. Нет, 5000. 5000 дают? Да. Что-то мало. Ну ладно, давай ему. Какие у него эти штучки? Что там? А, да-да-да-да-да. Вот, вот приблизь. Давай. Вот, смотри на лапу. Да-да-да, у него прям, смотри, какой. Ой, какой он страшный. Ну да, не красавец. Не мужчина нашей мечты. Точно. Не наша. Мы тебя давай боимся. Транслет. А, вот еще, мы забыли вам показать колокольчик. А почему не голубой, почему белый? Сорт такой. Ну, да. Я, видишь, в этом ничего не понимаю, я тупая. Это лилии. А что такое лилии? А, лилии! Лили. Нет, лили. Есть лилия, есть лилия. Ой, завтра что мы с тобой будем делать? Мы с тобой будем облагораживать вот эту зону. Ага. Зону комфорта. Да, выкапывать ага. Вот это вот все, ага. Отдавать соседям, которые у меня заберут. Вот я, это я вот? Я не знаю, как этот цветок называется. Заберут? Да, потому что он очень разрастается, он мне здесь не нужен. Угу. И что это мы завтра вот... Ирис, это мы ага. Все будем с тобой выкапывать. Ага. Выкапывать вот этот пруд ага. И облагораживать вот это все камнями. Ага. И мы на тачке будем все возить? Возить камни, да. Мать. И он у нас будет как бы внизу. Да. Мохнаткин, тебя снять в трусах? Нет. А? Такой сос. Ладно, не будем в трусах. Ну, в общем, все понятно. Мы, в общем, облагораживаем завтра пруд. Да. Я что, сюда работать приехала? Что? Естественно. Отдохни с дома. Нормально. Бесплатная раб-труд.
Приезжайте. Приезжайте на этот самый санаторий. Мамонтова. Мамонтова, точно. Да, точно.